Зал наполнен смехом и улыбками. Восхищенные дети, выкрикивая с места «Дядя Боря, выходи!», ждали встречи с основателем Ералаша. Ребята то и дело старались перекричать друг друга, называя любимые серии детского киножурнала. Борис Грачевский устроил гостям конкурс, пообещав, что после их ждет большой сюрприз. Я два старшеклассника, они курили. Ужас. А им девочки подсунули такие сигареты, которые, если подожжешь, взрываются. Ну вот, слава Богу. Борис Грачевский подчеркнул, что съемочный процесс – это очень ответственно. Почти каждый мини-фильм Ералаша снимается 3-4 дня. Зачастую актерам на съемочной площадке приходится нелегко. Например, любимая еда превращается в ненавистную. Много лет с того момента прошло. Больше она манную кашу не ела никогда. Вот так она пострадала за искусство. А вот на вопрос, кто хотел бы сняться в Ералаше, руку подняли все, причем не только дети. Творческая встреча продолжилась показом новых серий киножурнала, которых еще никто не видел. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».